Это то самое место, но... Здесь слишком тихо. И повсюду появляются неупокоенные презренные. Нужно что-то делать. Если я... Стоп. Это же... Мы прибыли. Мы ждем. Отец, мы служим и ждем возвращения. Я здесь. Я вернулся. Гляди, я веду за собой. Я мщу за тебя. Будем править вместе. Я Кел, ты король Ульдрен. Отпусти их. Отец? Это не... Ты не обязан этого делать. Прошу. Это наш долг. Твои наставления ломать их прислужников, их ложь, их веру в свет. Ложь — это то, что я тебе говорил. В бойне нет смысла. Прошу, ты можешь остановиться, стать лучше. Я помогу тебе. Ты не он. Ты такой же мертвец, как и все прочие. Украл его лицо, его голос, забыл смысл его жизни. Это был не смысл жизни, а обман. Верни его! Нет! Услышь меня, отец! Я вырву самозванца из твоих костей! Проклятье!
Создаю зону телепортации. Отнеси в нее устройство, и мы сможем выкинуть его на орбиту. Принято. Создаю зону телепортации. Отнеси в нее устройство, и мы сможем выкинуть его на орбиту. С бомбой разобрались. Отличная работа, Страж. Хотя бы сегодня больше никто не погиб. Фейкрул верит только в смерть. И научил его этому я. Он мой верный послушник. Я думал, что смогу убедить его в последний раз. Идем, Страж. Боюсь, дальше будет только труднее.